талантливый человек, талантлив во всем. Уже бывшая школьница Дарья Галамака – абсолютная рекордсменка. 100 баллов по русскому, английскому, математике, плюс твердая десятка в аттестате равно блестящий результат. Цель – экономический факультет БГУ. В первом классе я себе дала обещание, что буду всю жизнь учиться на одни десятки, чтобы родители мной гордились, чтобы сама за себя была горда. Ну и, видимо, выполнила обещание. Иногда, понятно, была лень, где-то очень уставала, но где-то прям появлялась и мотивация какая-то заниматься, и я старалась эту мотивацию ловить в свои руки и заниматься побольше. Моя профессия может задействовать разные сферы жизни, и я смогу не только найти себя в этой профессии, но и помогать каким-то другим людям, возможно, где-то своим родителям помочь материально или морально. И мне доставляет это удовольствие. Главный лайфхак успешной подготовки, по словам девушки, побольше отдыха и поменьше тревоги. Именно такие простые вещи наряду с упорной работой, поддержкой родных и близких помогут преодолеть все трудности. Значимую роль сыграли и учителя. Наставники давали знания, направляли и подставляли плечо в трудную минуту. На уроках Даша всегда была внимательным учеником. Она умела не только слушать, но и слышать учителя. Она глубоко отвечала на те вопросы, которые задавал учитель. Это действительно интересный человек, который имеет свой уникальный, удивительный мир. По пути успеха. 27-я школа в завершившемся учебном году – рекордсмен. Учреждение образования выпустило во взрослую жизнь 9 стобальников. Отличились ребята по языкам – русскому, белорусскому, английскому и немецкому. В лидерах и точная наука. Всего в городе 300 баллов, результат 2 ЦЭ и аттестата имеют 3 человека. Она такая необыкновенная. Вы знаете, настолько воспитанная, настолько интеллигентная умничка. Мы гордимся этим и понимаем, что здесь огромный труд самой Даши, плюс труд наших педагогов и, конечно же, родителей, которые, ну, воспитали такую замечательную девочку. Уникален ее результат еще тем, что она получила 100 баллов по математике и 100 баллов по русскому и английскому языкам. То есть эта девочка и физик, и лирик, и математик. Училась она в профильной группе с изучением физики и математики на повышенном уровне. И, наверное, вот учеба в профильных классах, в профильных группах на третьей ступени общего среднего образования дает такой положительный результат. Я очень сильно люблю своих близких за то, что они никогда не отворачивались от меня и не ценили меня именно за результаты какие-то, за числа, за оценки, а видели во мне личность. Возможно, это и помогло мне добиться результата. В 2024-м родные стены школ в Беларуси покинули 55 тысяч 11-классников. Будущие медики, юристы, педагоги. Впереди новые свершения и полное достижение и ярких красок будущее. Чтобы дойти до цели, многого не требуется. Главное – продолжать движение вперед. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360.